Здорово, дружище. Если ты первый раз на канале, то я попытаюсь сейчас тебе вкратце объяснить, с чего все начиналось. Изначально была идея тачки на халяву. То есть сама идея заключалась в том, чтобы с барахолки купить самую дешевую машину, своими силами, минимальными вложениями поставить ее на более-менее уверенный ход, выйти на ней в такси и заработать на ней те же самые деньги, которые я на нее потратил. Так была куплена Лада 2110 за 12 тысяч рублей. С гнилыми порогами, гнилым кузовом, с запретом на регистрацию, кривыми документами и так далее. После этого мы с друзьями начали ковырять ее в гараже. Потихонечку, кто что мог, запчасти, если они стоили дешево, покупали, если они стоили хоть каких-то денег, или была возможность найти их за бесплатно, то искали, подбирали, нашли десятку в кювете, скрутили с нее целую ступицу, выкинули мою старую, прикрепили новую. Также в гараже у меня завалялись сидухи от Nissan Patrol, поменяли салон, после этого я скинул потолок, покрасил его баллончиком в черный цвет, и десятка более-менее стала на ходу. Воткнули туда магнитолку, сделали колонки из старого центра. Ну, в общем, как и на всех тазах, как обычный колхозинг. Мы его лепили из того, что было. Палкой и смекалкой вроде как собрали машину. Сделали какую-то там страховку без ограничений на нее, и в принципе на ней можно было передвигаться. Но потом поступило предложение обменять десятку на Toyota Vista. Праворукий японец 90-х годов, зато на автомате и двухлитровый. И в принципе прикольно показалось мне. Я, не задумываясь особо сильно, махнул и думаю, блин, ну сделал десятку, сделаю Висту. Когда я менял десятку на Тойоту, Тойота была на ходу. Не особо на уверенном, но на ходу. У меня была мертвая подвеска и, в принципе, дофига чего переломанного. Я влепил ей лабаш, поставил ей стекло, нашел подлокотник и, в принципе, собрал ее в более-менее внешний вид. Но случилась такая маленькая неприятность, как я ехал по дороге и у меня отклебнуло колесо. Так мы притащили Тойоту ко мне во двор на эвакуаторе и бросили. Я заказал запчасти, и она стояла, ждала своего часа. А пока она стояла, под ней потихонечку просто протаял снег, и она выехала у меня на середину двора. Ты втираешь мне какую-то дичь. Запчасти в багажнике, и Тойота ждет своего часа. Загонять. Вот с этого момента попал друг. Вот. Масочка! Здесь нету правды, ничего тут нету. Здесь нету правды, ничего тут нету. Здесь нету правды, ничего тут нету. Здесь нету правды, ничего тут нет. Здесь нету правды, ничего тут нет. Здесь нету правды, ничего. Мы на ней стойки во дворе меняли. А еще смотри, видишь, где они ржавые пятнышки, нет? Да ладно, всем похуй, ты чё? Закрашены? А? Закрашены? У меня у брата, короче, в гараже валялась банка с кран, ну, банка краски, по-моему, угу. Хром. Просто с банки дунули. Иди сюда, подними мне спереди. Здесь же, по-моему, вот это, короче, это... Одна большая фара была. Смотри, как идеально, это просто хром с банки. Я, короче, ну, я скинул и тупо хромом задул. B-E-A-Utiful. По-моему, огонь смотрит. Блин, смотрится пиздато. Лучше и не скажешь. У тебя та хуйня не горит? А? У тебя там не горит? А. Сука! А это, короче, это. Вот здесь лампочка. Она, короче, по-моему, в поворотах она еще разгорает.
лампочка не горит. Дамы и господа, я представляю вам человека, которому насрать. Потому что... Нет. Ой, дурак. Все, все осточертело в этот вечер мне. Захотел поколесить по ночной Москве. Я завожу малышку, прыгаю в корыто на лайте с малюсишку. Не торопливо двигаю на воробьё. Блять.